На избирательном участке 50-52, расположенном в школе номер 3, также отдала свой голос Наталья Толстых, заслуженный учитель России, председатель общественного совета по вопросам образования городского округа Самара. Это важно, необходимо, во-первых, исполнить свой гражданский долг и право, данное Конституцией Российской Федерации, участвовать в выборах и выбирать. Отдавая свой голос, я считаю, что я приобретаю еще и моральное право спрашивать с тех, кого я выбираю. И вот этим, на мой взгляд, отличается позиция гражданина активного от равнодушия человека. Каждый голос важен, и мой в том числе, потому что я всегда верю в лучшее.